И снова всем привет, мои дорогие друзья и подписчики. С вами снова я, с вами опять я. Да-да, не удивляйтесь, все тот же, не первый, но и не последний московский видеоблогер. И вы находитесь на канале «Московский обжора». И сегодня уже на улице, мои хорошие, вы не поверите, 21 апреля 2019 год. Ребятушки, сегодня в Москве выдалась вот такая вот солнечная, очень теплая погода. Очень было в Москве сегодня душно. Просто-напросто нечем было дышать. И очень пыльно. Жара вообще просто. Можно ходить в одних шортах. И несмотря ни на что, я снова взял себя в руки, оделся, собрался, умылся, обулся, подпоясался как надо. И с нетерпением отправился в очередной раз за покупочками. А знаете куда на этот раз? Правильно, в Ашан. И я уже только что, мои хорошие, приехал домой. И сейчас хочу с вами поделиться своими покупочками, которые я там только что в Ашанчике совершил. Что же я там сегодня, мои хорошие, купил? Я сегодня купил в Ашане вот такую вот сумку. Правда, я хотел взять обычную ашановскую сумку. Такая, зеленого цвета, она салатового. И там написано Ашан, вот. Белыми буквами, вот по зеленому. А не было таких, ребятушки. Были только тряпочные и пакеты. Вот. А таких вот дофига было сумок. Ну вот я и подумал. И такая пойдет, еще даже лучше. Вот, посмотрите, какая сумочка. Какую я сегодня купил сумочку, ребятушки. Давайте заодно мотор сделаем. Так, как же нам сделать мотор? Вообще, да? Да ладно, это такая шуточка. Ну вот, короче, ребята, я купил сегодня вот такую вот сумочку. Вот, видите, здесь написано, продолжайте покупать на ashan.ru. Вот, такие вот, такая вот сумочка. Зубки, да, красивые? Белоснежные. Вот. Ну вот такую вот я сумочку купил. И цена вот за эту сумочку, я купил одну штуку. Сейчас я вам скажу, сколько она стоит, ребятушки. Так, отдал я за нее, сейчас скажу сколько. 47 рублей 50 копеечек. Ясно, да? Там же в Ашане я сегодня купил уже вот такой вот грунт питательный. Другого в этот раз не было. Называется вот такой вот грунт универсальный, питательный. Без сорняков и патогена микрофлоры. Природный антисептик. Вот. Ну, короче, вот такой вот универсальный. То есть он для всех видов овощных и цветочных культур подходит. На то он и универсальный, видите? Вот, здесь 2,5 литра в пакете. Это не 2,5 килограмма, это литры. Ну, килограмм, может, здесь, я не знаю, полтора, может, два, может, чуть меньше. Взвешивать не буду. Ну, вот такой вот грунт, короче, вот. Очень душно, я прямо сейчас стою весь мокрый, ребят. Весь до трусов насквозь мокрый. Ладно, не будем время тратить. Вот. И цена вот за эту пачку составляет 2,5 литра в Ашане 21 рубль 65 копеечек. Вот. 21,65. И поэтому я таких сегодня купил целых 3 пачки. Поэтому эти 3 пачки умножаем на 21,65 и получаем вот за эти 3 пачки я отдал 64 рубля 95 копеечек. Вот, смотрите, раз штука. Так, вот. Вот два. Вот, две штуки, да? Две. И вот третья штука. Как бы не испачкаться. Я вам все равно его покажу, потому что вы же не верите. Вот, три штуки я купил. Такого вот грунта. Вот, вы видите, да? Три штуки, вот. Вот. Так, ясно, да? Все, в принципе. Так, что же я там сегодня еще в Ашане купил, ребятушки? Я сегодня купил в Ашане вот такую вот лампочку. Это не простую лампочку, а очень хорошую. Светодиодную. Вот. Во-первых, она тоже считается, как вам сказать,
экономичная, вот, экономичная, энергосберегающая лампочка. Много там всяких было, и 75 свечей, 100 свечей, 150 и 125. Ну и мне надо было именно вот такую вот купить, 75 ватт. Вот, 75 ватт. Там был цвет холодный и теплый, желтый. Вот, я взял теплый в этот раз. В прошлый раз я брал белый, холодный, а сегодня решил взять вот именно теплый свет. Вот такой вот. Вот такая вот лампочка. Я ее там проверил в Ашане, хорошая, горит. Вот, и цена вот за эту лампочку, ну там это еще гарантийка внутри коробочки. И цена вот за эту лампочку составляет 82 рубля 37 копеечек. Вот, ясно, да? Так, что же там еще купил в Ашанечке сегодня, ребятушки? А купила я сегодня своей подруге Ленке, вот она просила, очень ей понравилось, даже больше понравилось, чем это, я брал краску для волос гранатовую, а ей понравилось очень вот именно дикая вишня. Я сегодня такой в Ашан приезжаю, какой там только краски не было, и фара там разные были цвета, вот, граната очень было много, а дикой вишни только две пачки это самое оставалось, разобрали дикую вишню, и вы не поверите, я пришел и эти две пачки, короче, успел купить, забрал. Вот, а еще чуть-чуть бы женщина хотела тоже взять, но не успел, я ее опередил. И вот, вы представляете, какая мистика, как будто меня она специально, эта краска там ждала. И вот я последние все две пачки забрал. Вот, видите, какой я счастливый. Стойкая крем-краска, фара классик. Это дикая вишня, вот, 509, 509. Вот. Хорошая краска и недорогая, и это самое, закрашивает волосы, это седину хорошо. Ну вот, вы поняли. И цена вот за эту пачку составляет в Ашане краска фара 80 рублей 68 копеечек. 80-68. И поэтому я сегодня купил еще две пачки. Вот, две пачки. Итого уже у нас несколько пачек. Вот, видите, да? Так, с красочкой разобрались. Так, что же я там сегодня еще в Ашане купил, ребятушки? Я сегодня купил, ребятушки, картофель хрустящий. Да-да, не удивляйтесь. Еле нашел в Ашане. Тоже разбирает его моментально. Каких только не было чипсов. И Принглис, и Лейс, и московский картофель. Всего навалом. А вот этот вот именно вот с девочкой, он бывает и с солью просто, и с луком, со сметаной, с беконом, еще какой-то. Но этот вот разобрали. И вот я ходил, не мог найти там молодой парень в Ашане был. Я к нему подошел и спросил, молодой человек, я говорю, вы не подскажете, есть такая еще картошка? Он говорит, ой, я не знаю, давайте вместе посмотрим. И вот он меня нашел, и вот один ценник висит, а ее не видно. Оказывается, надо было сесть на корточки и туда руку в самую даль засунуть и достать. И вы не поверите, там таких лежало только 4 штуки. А мне как раз и надо было 4 штуки и взять. Вы представляете, какой я счастливый? Вот так вот. Хрустящий картофель, видите, со вкусом бекона. Это самый вкусный. Да, он самый, может быть, вредный. Там одна химия, может быть, да. Но зато он самый вкусный. А что еще нужно, чтобы снять стресс после работы? Вот, похрустеть. Вот такой вот с беконом я больше всего люблю. С девочкой. Его всегда разбирают, это не реклама. 40 граммов здесь. Вот, такой картофель очень свежий, вы видите, да? Вот. Свежее просто не бывает. Свежак, видите, какой вот. 40 граммов здесь. И цена вот за эту пачку, в которой 40 граммов, составляет 18 рублей 41 копеечка. Я купил 4 пачки, поэтому 4 пачки умножаем на 18,41 и получаем. Вот за эти 4 пачки я дал 73 рубля 64 копеечки. Вот смотрите, вот 2 пачки, 2 пачки. Так, 3, 3. И вот целых 4 пачки вот. Такого вот замечательного картофеля я купил. Видите, 4 пачки.
Вот, 4 пачки. Так, и это еще не все, мои хорошие. Вот. А что нужно картофелю? Правильно, нужно его чем-то это самое запить. Я купил пиво вот на празднике. Я его в холодильник уже убрал, в морозилку, потому что в Ашане оно очень теплое. Вот, сейчас я вам покажу, какое пиво я сегодня купил. Вот такое вот, посмотрите, пожалуйста. Вот такое вот я сегодня пиво купил. И дешево, и сердито. Называется «Светлое» от фермы «Каждый день». Здесь вот полторашка, что очень радует, и 4-5 оборота. Вот такое вот пиво. Вот, я купил одну бутылочку, очень свежее, кстати. Знаете, когда сделали? Сейчас скажу. 27 марта 19-го года до 22 сентября 19-го. Вот. Ну, очень свежее, короче, вот такое вот пиво. Это не реклама, хочу сразу оговориться, это просто обзор моих покупочек на тот или иной продукт из того или иного магазинчика. Вот. Вот такое вот пиво, короче, вот. И цена вот за эту бутылку, в которой полторашка, вы сейчас с ума сойдете от зависти, всего лишь 77 рублей 36 копеечек. 77,36. Его тоже, кстати, всегда разбирают. Вот такое вот пиво. Давайте его уберем в морозилочку. Пусть оно еще получше охладится. А хотя уже быстро охлаждается, быстро. Холодильник хороший. Вот. И это еще не все, ребятушки. Я на Пасху купил сегодня. Да-да, не удивляйтесь, престижное вино. Вино. А именно, не винный напиток, а вино. Самое настоящее вино престижное. Кагор, Кагор. Вот такой вот, посмотрите, ребята, я сегодня купил в Ашане Кагор. Престижный Кагор. Это вот вино столовое, полусладкое, красное. Это вот на праздники, на пасхальные праздники. Называется, да, пасхальный Кагор. Здесь вот алкоголь 10,5-12,5 оборота. 0,7 литра. Вот такой вот Кагор, короче, престижный. Какого там Кагора только не было. И по 500 рублей, и по 400, и по 300. И вообще очень дорого. Всякие были Кагоры там. И разные всякие производители, вот. Всего, ребята, полно всего. Были бы только бы деньги бы. А деньги нам даются очень большим трудом даются денежки нам. Поэтому как-то так, ребятушки. Все я вам читать не буду, поэтому, кому интересно, вы можете сами поставить на паузу и почитать. Если, конечно, что-то увидите здесь. Вот, и цена вот за этот Кагор составляет, за пасхальный, сейчас скажу сколько. 144 рубля 7 копеечек, вот, 144 рубля 7 копеечек, вот, вы поняли, да, 144 рубля 7 копеечек, я купил одну бутылочку такого, и вот такой я вот еще Кагор купил, я, кстати, в том году его покупал, очень хороший, это не реклама, называется Фанагория 1957, вот, Кагор канонический, это тоже сладкое красное вино, собственные виноградники, гарантия качества. Вот, это не напиток, это самый настоящий Кагор. На него сегодня была акция, так оно очень дорогое, но сегодня была акция. Люди разбирали, ей-богу говорю, разбирали на Пасху. Я уже весь мокрый, ребята. Весь мокрый, очень душно, можно коньки отбросить. Очень душно в доме. Дышать нечем. А что здесь летом будет в Москве вообще, как концерт дашь? Ну вы поняли, да, и вот цена вот за этот Кагор, а Фанагория канонический составляет 169 рублей, вот, 169 рублей, а стоил он очень дорого.
очень дорого. 200 с чем-то рублей стоил. Вот такой вот. Давайте все-таки еще раз мотор сделаем. Второй мотор сделаем. Пасхальный мотор сделаем. И там же в Ашане я сегодня купил вот такие вот зажигалочки. Вот. Вот такие вот зажигалочки. Каких там только не было. Эти вот по 20 рублей с копейками. Поэтому я таких купил 4 штуки. Вот на 80 рублей. Вот. На 80 рублей я купил 4 штуки. Видите как? Как здорово. Вот. Такие вот зажигалочки. Работают как часы, видите? Вот. Ну, вы поняли, 20 рублей штука. Ну, там с копейками. Поэтому вот, за 4 штуки я отдал там 80 рублей с копейками. Ну, а на этом все, ребятушки, на этом все. Вот, как-то так. Итого я сегодня, 21 апреля 2019 года, в гипермаркете Ашан потратил итоговую сумму моих покупок, которая составила к оплате 820 рублей 25 копеечек. Видите, как много я опять потратил денежек. 820 рублей 25 копеечек. Вот, ребятушки. Ну, а на этом все. Спасибо вам за внимание. Вот. С праздниками вас. Давай.